Двойной удар по бюджету автомобилиста нанесли инспекторы ГИБДД. За одно и то же нарушение ему выписали сразу два штрафа. Оказалось, камера дважды засняла, как мужчина остановился на полосе общественного транспорта. Так как время было позднее, я думал, что никаких штрафов не придет. Допустим, потому что в Москве после 10 все камеры отключаются. Ну, то есть они штрафы не пишут. Вот, через два дня пришло два постановления по 1500 рублей за нарушение. Разница в съемке была 40 секунд буквально. По словам Виталия, на выделенной полосе он простоял не больше 10 минут, пока ходил за пиццей. А около полуночи машина вряд ли кому-то могла помешать. Однако правила дорожного движения действуют круглосуточно. Поэтому камера и зафиксировала нарушение. А второй снимок сделала, когда водитель сдавал назад. Из-за смены положения авто программа приняла его за новую машину. Водитель уже обжаловал нарушение в ГИБДД.